Спала, спала и начала меня опять лапами бить. Что, Харита, гулять? Гулять? Ты вспомнила, что гулять? Так времени 10 минут или 20 минут четвертого, еще рано. Харита, не наглей. Гулять? Ну пошли. Пошли, неси поводок. Где поводок? Неси. Неси поводок. Неси. Давай. Давай. Ты зеваешь вон еще сонная. Пошли. Пошли гулять. Ой. Господи, господи. Я вспомнила попугая. Смотрела какой-то видос. Прости нас, Господи, или там что-то попугай говорил. Все, обуваюсь, сейчас пойдем. Не знаю, может, правда писать захотел. Он может опять брешет. Ничего не пойму, что она хочет. Потому что она пушит. Выходи. Тут опять свет не работает. О, заработал. Ура, заработал. Подожди. В сандаликах, не знаю, сколько там градусов. Доброе, прекрасное утро, мои любимые. Волшебное и божественное. Посмотрела я 20 минут четвертого. Еще только-только начинается восход. Видите, небо голубеет. Вот в такую рань приходится мне идти. Тащит меня и уже идет по тропинке, не писает тут на этих, как его, на посадках. Красиво. Так, Хура, я тебя только похвалила. Идешь на тропинке и все. До хора. Зря я тебя похвалила, походу. Давай. Тут можно писать. Ты писать хотела или что? Или траву жрать? А? Женщина собачья. Смотрите, это вот эти одуванчики, что мы с вами вчера снимали, были все метит. Были все желтые, все белые, абсолютно. Видите, что мы тут включили, экономия. Не поняла, у меня что, телефон разряжен? Ничего не понимаю. В общем, все одуванчики белые, которые были вчера желтые. Вот такая у них быстрая жизнь.
Не знаю, походу у меня телефон сейчас вырубится. Написали мне, что экономия к чему-то энергии. Хотя я вроде заряжала. Был 90. Может такое быть, что он разрядился. Понятия не имею. Мокрая вся трава в росе. И мы гуляем с Хариточкой. Тут тоже какой-то кустик. Не знаю, что это такое. Яблонька, мои любимые. Это яблонька. Супер. Вот гуляем с Харитушкой. Погодка чудесная. Все такое красивое. Уже начали птички петь. Слышите? Пошли, солнышко, пошли. Пойдем, моя птичечка. О, где-то петух орет. Кукареку. Кукареку. И тут, смотрите, мы вчера с вами прошли. Здесь все было в желтых одуванчиках. Я вам снимала. А сейчас все абсолютно в белых. Видите? Куда делись все желтые одуванчики? Мне сказали, Ирочка, насобирай. Сделаешь себе варенье, посушишь. Вот с чего делать, если они все стали до одного белые? Там вон целое поле белых одуванчиков. Видите, мои любимые? Прикол. Ни одного нет желтенького. Как будто прошло много времени. Вообще прикол. Я просто удивляюсь, как так. Все, сейчас сядет телефон. Ну ладно, что делать-то. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного утра, прекрасного дня. Очень-очень-очень люблю вас. Ну хоть немножко прогулялись с нами. Почему он у меня садится, если в зарядке был? Непонятно.